Я вижу то, что мне просто, ну, можно просто смело не выкатывать на тебя вообще. А ты где стоишь? Нас увидишь. Где ты? Я в воздухе ЛТЦ тут отбрасываю. Мне страшно, ты, конечно, в таком Бэре. Ты понимаешь, это то же самое, что муха против слона выйдет. Ах ты, крыса! Мышь летучая! Подай. Я тебя не вижу. Ты где? Я смотрю по сторонам, тебя нигде нету. Я вижу, что ты меня сейчас стрелять будешь. Я наугад. У меня даже целиться по факту не надо. У меня везде боекомплект сидит. Я тебя не Ха-ха! вижу, а ствол все выше и выше смотрит. Я просто хитрая падла. Не страшно мне, потому что, чтобы тебя убить, нужно прицелиться, повернуться и стрельнуть. Точнее, повернуться. Блин, ты понял. Я что-то худит слышу. Я тебя даже вижу. Где? Стоять не рыпаться, блоха. Где? Кстати, я тебе потом настройки скажу, как звука сделать, чтобы ты слышал за километр противника. Это очень важная настройка. Я не понимаю, где ты меня видишь? А, ПТшка! На кумулях! Чё? Зачем сейчас выстрел был сделан? Чем эти выстрелы сделаны? На! Микрофон на тебе шлёпнул! Зачем ты стреляешь? Почему ты меня не пробиваешь? А теперь я. Не надо, стой. Стой, я вижу снаряд, это большой снаряд. Еще выстрел, да, но не смог. Все, пять. Чего? Смотри, как я могу сделать. Опля. Даже не в тебя. Я вот так 7 фрагов один раз сделал. За один выстрел 7 фрагов. Просто меня окружили, и я в стенку здания стрельнул, убил всех. Мне интересно, почему он вообще даже не царапает тебя? А ты на чуть какие у тебя снаряды? Камерники, да? Да у меня все снаряды, которые открыты. Которые можно открыть? Да? Тебе нужно кумулятивы брать. Ну вот я всеми попробовал в тебя стрельнуть. Мне кумулем не пробил? Как? Это интересно. Вот что ты кумулем меня не пробил, меня аж удивляет. Если бы это Росик сейчас слышал, он бы в осадок выпал. Чтобы тигр кумулем не пробить, офигеть. Это что-то значит с уроном. Увидел, увидел, смотрит. Ни хрена себе. Эй! Стоять! Стой! Пожалуйста. А я вот так сделаю. Не надо! Все, я доволен. Стоять, не двигаться. Я еду. Едем им пилюлей давать. Ты быстрее, чем я. Давайте на трос возьмем. Не надо. Блять. Почему не надо? Или надо? Ну ладно, я Цепляйся. включил. Цепляйся за меня. На меня направь прицел и нажми нолик.
Ладно, я сам прицеплюсь. В смысле, я же прицепил. А ты включился просто. Ты отцепился. Вот сейчас цепляйся, сейчас. Цепляйся за меня. У тебя большой белый кружок. А, все, ты прицепился. Так, сейчас направо посматривай. Мы тут по-любому не одни едем. Смотри, профукаем хоть одного, нам такой нал карнавал устроит. Короче, смотри туда, видишь танк, стреляй. Ну, только... Не стреляй, мне говори. Я буду говорить, стрелять или нет. Ты умеешь на дальняк стрелять? Ну, как бы, да. Попадаешь? Не всегда, ну да. Мы в таком месте, тут выстрел должен быть ваншот. Если ты не ваншотнешь, то нам хана будет. Короче, тут все на один выстрел. Угу. Можно сказать, вот твой выстрел — это твоя жизнь, единая попытка. А ты что там остановился? А, ну, ты да, я думал, ты сказал мне стоять? Не, я сказал не стрелять, пока не... Давай, давай! Это пантера! Не потому стреляешь! Не потому? Ты его не пробил сейчас? Нет. По таким не надо стрелять. Ты их не пробиваешь. Если бы он понял, откуда стреляют, мы бы с тобой уже в ангаре были. А, ну понятно. Может, а он... я думаю, выстрел и что-то тишина, блин. Смотрю, о, едет. Кстати, я сейчас в полигоне на этой хреновине над тобой летал. Угу. Здоровый, блин, лези. Когда ты на нем летишь, он поменьше, кажется. Так, танк едет. Они точку не могут держать. Короче. Попадание. Убьешь или помогаю? А, он сник. Он спрятался. Да, он спрятался. Трус. Ну, ему сейчас пилили дадут. Могли бы дать. Опа-на. Техника уничтожена. О, красава. На персиковском бахнул. Вот эта хадость противная, кстати, нам была бы. Ты там кого увидел? А я не знаю, там попадает, я его не вижу. А вот теперь вижу. На гуцле. О! Это як пантера! Это плохо! Не-не-не! Уничтожил! Молодец! А куда ты попал, что ты ее пробил в лоб? В башню, ой, в эту, в пушку точнее. А, ты ей в панике. Пулеметик, да, попал? Да. Вы еще и со мной или нет? Причем наугад. В смысле не попадал? В смысле, где? Пантера тебя видит. Он на тебя целится, он прям по дороге впереди стоит. Так, точку забираем. Все на точку. Где? Я самолету снарядом попал по крылу. Сука, я промазал, я попал, но я промазал. Колебал-то парни, как он летает-то? Только попадай. Так, давай. О, ты точку держишь. В смысле я попадать по нему не могу? О, тебя там скажи. Тяжелый какой-то танк. Нет, я не... Ай-яй-яй-яй-яй. Котяш! Живи. Все, его убили. Пока. А, нет, это наш был. Молодцы. Котяш!
Пантера, пантера! Я двигаться не могу. Делайте что-нибудь, союзнички, ёб вашу мать! Да вы чё, конченые что ли? Ещё и тигр вы! Всё, я его убил. Союзники, хлебушки. Я его убил, понимаешь, один в одиночку, я еще 30 секунд двигаться не мог, еще и зону захватил.